Меня зовут Игорь Радковец. Я выпускник факультета ветеринарной медицины Ветеринарной академии. С 2021 года я работаю главным ветеринарным врачом. С первых студенческих дней понял, что буду работать в промышленном животноводстве. Привлекали масштабы. С единомышленниками нашего предприятия мы ежедневно стоим на страже безопасности нашего района. И знаем, что если трудиться, то наш край день ото дня будет лучше и краше.